ресницах я слезинки не встречу, только серые льдинки у тебя на глазах. Добрый день, дамы и господа! Сегодня великий день. Летел Купидон и стрельнул прямо мне в пятую точку. Я оказался здесь, в известный холл. Здесь я влюбленный. Никита Говор, Бати Вижн, мега-диско, пионеры, девочки, мужчины. Любите друг друга. Смотрите Бати Вижн. Поехали! Королева снежная распустила. Все-таки женский это праздник или мужской? Не мужской, а женский. Я думаю, 50-50. Для каждого подходит. Кого-то женский, кого-то мужской. Почему? Ну потому что мужчина и женщина влюбленные друг в друга. Он нейтральный. Конечно же женский. Я считаю, что девочек надо любить, уважать. Общий. Это почему? Потому что между мужчиной и женщиной должна быть некая своя любовь. Не важно, какой сегодня день, 14 февраля, это общий день, я так считаю. Кому просто хочется любить, дарить любовь или принимать ее. Позитив. Здесь просто много добрых глаз, много позитива, отрыва. Ты по рукам кочуешь, ты не могу поверить я, что... Ну что вам сказать, почему пионер дискотека делает прям в этом месте такой, прям каждые выходные, прям тусы, вот. Потому что время такое, и хочется как-то все из нашего детства, да, из нашей юности, из молодости взять самое лучшее. Время хорошее, все только начинается, и мы всегда впереди. У нас есть вот микрофон, у нас, конечно, хорошие артисты, качественный, хороший отдых, дискотека «Пионер», да, и вот даже ты, я смотрю, вступил. Да, конечно, я 40 смен за свою жизнь, между прочим, 6 лет. Наконец-то, да. Ну, женский – это даже не 8 марта. Мужской это даже не 23 февраля, просто я считаю, что каждый день, если ты любишь человека, должен быть праздник. А делать праздник по календарному расписанию, это не в, так скажем, правилах нашей группы. Поэтому у нас получается так, что мы стараемся своим любимым делать день любимых каждый день, кроме 14 февраля. Мужчина или женщина? Да, да. Ты знаешь, как бы, опять же, женщины эгоистичные создания, им всегда кажется, что все в этом мире создано для них. Ну, конечно. Поэтому я не буду здесь нарушать традиции. Для нас, девочки, все для нас. Ну, конечно. Жалко, если кто-то, к сожалению, в этот праздник не попадет к нам на наше мероприятие. Но думаю, что все впереди. Такие мероприятия проходят каждую неделю, поэтому ждем вас, приходите, друзья. Очень много людей, которые действительно реально приходят на такие мероприятия, тусовки, тусуются, отрываются вместе с нами. Итак, с вами была группа H2O, специально для Party Vision. Я думаю, все-таки девочек, да, по-любому. Потому что для них это как-то важно, а нам пофигу. Слушай, а хотя время такое, знаешь, ну, современность, я думаю, что некоторым чувачкам тоже Валентиночку-то так презентовали сегодня. You don't wanna say no more than a mom you can't afford. And you don't wanna let this turn in the lines of mine and yours. And you don't wanna push your weapon back up and withdraw. Cause trust me when I tell you.